Добрый день, друзья! И сегодня анонс курса, который начнется буквально через несколько часов. Алгоритмы – это практикум. Алгоритмы, базовые алгоритмы – это, по сути дела, алфавит инфодайвинга. Это те приемы работы, которые производят в голове инфодайвер, который работает с другим человеком. На этом курсе мы не объясняем теории вообще. То есть, если вы захотите потом спросить, а как это работает, а как это работает, это все не этот курс. Это отдельные программы, обучающие там, где мы даем теоретические данные, теоретическую базу. На этом курсе мы просто даем сам алфавит. Вот это выглядит у данного человека так, и работает с этим так. И таких 10 человек одного за одним взяли. Следующее. Потом, как эти алфавиты, эти буквы компилировать, как из них выстраивать цепочки для того, чтобы работать на результат. Очень много будет скрытых таких моментов, которые мы никогда не раскрывали ни на одном курсе, потому что в теорию, теория это одно, а практика это другое. Практика, она всегда творится в голове, и о ней никто не произносит вслух. Просто человек нарабатывает определенные приемы, которые выдают результат при работе с другим человеком. Итак, базовые алгоритмы, эта программа будет сегодня. Мы будем работать с самых начальных слоев и дальше в глубины психики и учиться составлять алгоритмы и использовать те алгоритмы, которые разработаны нами за эти полтора года. Приглашаются все желающие, и для тех, кто принимает участие в курсе, мы сразу обратились с просьбой дать одного-двух человек от участника, с которыми мы будем тренироваться, то есть на чьих структурах мы будем показывать, рассказывать и тренироваться. Поэтому вот эти данные в начале курса, фамилия этих людей, фамилия, имя, вы нам просто напишите в чате, и в дальнейшем мы их возьмем в работу, и вы будете видеть их структуры, как работать, как составлять алгоритмы, то есть у нас будут дополнительные персонажи для тренировок. И вы сами с ними будете работать. Это практикум. Приглашаю. Сегодня наш практикум «Базовые алгоритмы» в инфодайвинге начнется в 19 часов. Будет идти 3 дня с 19 до 22. Старт на платформе Sabrition. Для участия надо зайти на платформу Sabrition, открыть кабинет или зарегистрироваться, оплатить программу, она недорогая. И в 19 часов присоединиться к работе. Ждем вас, господа.